Еще один красноярский врач скончалась от коронавируса. Как сообщили в ФМБА, 56-летняя Александра Маштакова проработала рентген-лаборантом 11 лет. Когда началась пандемия, трудилась в красной зоне, где и заразилась. Последние дни она провела в реанимации на аппарате ИВЛ, но спасти женщину врачам не удалось. В Хакасии ранее судимый мужчина до смерти забил двоих приятелей за то, что они оскорбили его подругу. Конфликт произошел во время распития спиртного. После ссоры 31-летний молодой человек начал избивать обидчиков женщины руками, ногами и стулом. Потом выбросил тела на улицу. В Канске директор пансионата для пожилых и инвалидов обирала своих подопечных. У нее был доступ к банковским картам людей, куда поступали их пенсии и пособия. В общей сложности она похитила почти 400 тысяч рублей. Теперь ей грозит до 6 лет колонии. В Красноярске резко подорожал картофель. Закупочная цена выросла до 30 рублей за килограмм. Причина – в осеннем неурожае. На складах картошки почти не осталось, а сельхозпроизводители должны еще оставить резерв для выполнения контрактов с больницами, школами и детскими садами. Так что розничная цена может измениться, как только в магазинах кончатся запасы. Мэр Красноярска Сергей Еремин рассказал о том, как в скором времени преобразится микрорайон «Солнечный». Активные и неравнодушные горожане создадут там первое в городе междворовое парковое кольцо, которое соединит дворы пешеходным бульваром. Маршрут будет пролегать среди многоквартирных домов по улицам 40 лет Победы и Славы. В них, по данным мэра, живет около 2000 человек.